Здравствуйте, меня зовут Илья. И сегодня мы вместе узнаем прогноз погоды на 28 июля. В краевой столице днем 21 градус, в Белокурихе 19 градусов. Ночью в этих городах погода похожая – 15 градусов. В Горно-Алтайске ночная температура – плюс 14, дневная – плюс 19. Теперь посмотрим, какая погода будет в нашем городе, в Бийске. Переменная облачность, дождь, ожидается дождь. Ночью в 13-15 градусов, днем 18-20 градусов. Этот милый муркомочек пострадался очень-очень. Он родился беспризорным, и теперь свой ищет дом. Он болел, его лечили, к лоточку приучили. Эти глазки ждут ответа. Добрый мой хозяин, где ты? Обращаться по телефону 8-903-912-27-75. В общество защиты животных. Преданность.